Стали известны имена победителей молодежной лиги управленцев. В Ханты-Мансийске состоялся финальный этап конкурса. Потенциальные чиновники защитили свои проекты перед главой региона. Наталье Комаровой показали лучшие разработки по трем направлениям. Государственное и муниципальное управление, бюджетная сфера и общественная сфера. Здесь и развитие молодежи Ханты и Манси, увеличение объема экспорта медицинских услуг, а также перспективы молодежной политики в условиях стандартизации отрасли. Наталья Комарова наградила лучших управленцев региона. Ими стали Дарья Холопченко и Анатолий Дмитриев из Сургутского района, а также Зиля Амирханова из Нефтьюганского района. Они получат единовременную премию губернатора Югры, а также рекомендации для поступления в окружные вузы и при трудоустройстве. Ну, это фееричный проект, у меня просто эмоции зашкаливают на самом деле. Это большое испытание для каждого участника. Во-первых, мы прошли муниципальный этап, и спасибо нашему району, потому что у нас он прошел замечательно и конкретно нас подготовил уже к окружному этапу. Ну, а во-вторых, это просто незабываемые знакомства, это в первую очередь. Здесь самые талантливые ребята с округа собрались. Ну и огромный опыт и знания, которые нам дали наставники, эксперты.